Все это предрассудки, Левушка. Человек закрепощает себя в долгах и обязанностях. Иногда он так утопает в мыслях о своих нравственных долгах, что положительно похож на раба, подгоняемого со всех сторон плеткой долга. А смысл жизни в освобождении? Только то из добрых дел достигает творческого результата, что сделано легко и просто. Принимай все, что посылает тебе жизнь. Совершенствуйся, учись и рассматривай себя как канал, как соединительное звено между нами, которых ты ставишь так высоко, и людьми, которым сострадаешь. Передавай, разбрасывай полной горстью всем встречным все то, что поймешь и примешь от нас и через нас. Все высокое, чего коснешься, неси земле и выполнишь свою задачу жизни. Но то будет не тяжкий и скучный долг добродетели, а радость и мир твоей собственной звенящей любви. Далеко еще, милый Леон, до всей той мудрости, которую я слышу и вижу у вас. Я самых простых вещей не умею делать, все раздражает меня. Иногда даю себе слово помнить о вас, о флорентийце, поступать так, как будто бы вы стоите рядом. И при первой же неприятности спотыкаюсь, горячусь, и все летит вверх дном. Пока ты будешь повторять себе умом, что я рядом с тобой, всегда твое самообладание будет пороховой бочкой. Как только ты почувствуешь, что сердце твое живет в моем, и мое в твоем, что рука твоя в моей руке, ты уже и думать не будешь о самообладании, как о самоцели. Ты будешь его вырабатывать, чтобы всегда быть готовым выполнить возложенную на тебя задачу. И времени думать о себе у тебя не будет. Как только ты почувствуешь, что сердце твое живет в моем, и мое в твоем, что рука твоя в моей руке, ты уже и думать не будешь о самообладании, как о самоцели. И времени думать о себе у тебя не будет.